просто вот так прогуляться по лесу, даже по парку, ты знаешь, гуляешь, удовольствие получаешь. Не, вообще, надо, конечно, шапку одевать. Чё-то у меня даже, понимаешь, даже вот голова замёрзла, господи. Даже голова замёрзла, представляешь? Странное дело. Почему? Вроде бы 6 градусов. Представляешь? 6 градусов. Было бы 25 градусов тепла. О, это было бы вообще шикарно. Да? Где белки-то все? Потерялись? Ай-яй-яй. А мы мороженое хотим пожрать. Да. А мы хотим мороженое пожрать. Да. Березовая роща. Шикарно. Шикарный день, шикарный. Как это Вицин говорил, жестокий век. Что-то жестокий век. А дальше я забыл. Жестокий век. Злые люди. Как-то так. Как-то так, девочки, мальчики. Блин, да что ж такое? Вон там березки посадили. Видите, я в тот раз вам показывал березки. Проливали. Надо, знаешь, когда выходить, как, когда солнышко светит, тогда и выходить. А так, ну чё ты, белок нету. Знаете, я хотел даже, то есть вот, когда я хотел сходить в этот, в лес с грибами, тролливали. Хотел в деревню ехать, но не поехал. А сегодня хочу что-то это спить. Это да, я хочу сегодня это пиццу сделать. У меня все есть, все есть. Да. Короче, вот так. Пни. Видите, мы ж тут грибы. Какие тут грибы? Грибов уже нету. Какие-то эти, смотри, понятно, что. А, они вот какие-то есть. Вон они, опята. Вон они, видите? Опята пошли, короче говоря, вон они. Видите, опята. А это другие грибы. Это не опята. А это вот опята, он маленький. Видите? Березовая роща. Опята. Как-то так. Посадили березки. 90 штук их, наверное. Надо там в деревне много леса, короче. Я видел рябины. Там вот как раз нужно штук 10 взять и привезти, и посадить, тролливали, да? Пойдемте. Что-то я так вот прохладно, господи. Неохота деньги даже тратить, понимаешь? Не хочу. Не хочу, девочки, мальчики.
просто не хочу. Да? Как-то так. Опять наснимаю, опять нафотографирую. Обалдеть, да? Да, конечно. Обалдеть.